Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Свой среди своих», и я свой. Сегодня мы приготовим замечательный джин с цитрусовым ароматом. Вот, вот такая штукенца получается. Чуть-чуть мутноватая, но не постояла в холодильнике пару часиков. И поставить отдохнуть, муть осядет. Будет очень прикольный такой изумительный цвет. Вот, ну на запах, на вкус сейчас я вам скажу. Так, подожди. Да, вот самого малого. Брата особо тыли. Так, чуть не забыл. Ладно, понюхаем, что это такое. Ну, запах очень, да, такой? Приятный. Лимончиком пахнет. Приятный, да. Вот. Лимончиком хорошо прослеживаются зерновые нотки. Угу. Такой очень приятный. Давай. Давай на вкус. Будьте здоровы. Очень мягкий, изумительный. Даже, да, чуть-чуть где-то джин-тоник, но только есть, такой ядрёно-крепкий, да? Есть такое. Очень хорошая вещь. Друзья, делайте, рекомендую, на самом деле классно. Ну и, соответственно, сам процесс готовки. Начинаем. А для приготовления пряного джина с приятным цитрусом ароматом нам понадобится... Вот так, ребятки, можете на глаз, если кого-то на глаз нет, то в районе где-то, ну, 0,5 грамма. Это у нас пойдет кориандр, семена. В емкость для настоя отправляем. Теперь берем тмин, тоже вот так, на краюшечку чайной ложечки, туда же. Теперь можжевеловые ягодки, ребята. Жмейку, ну, порядка 10 грамм где-то вот так вот пойдет. Сюда же у нас пойдет пережженная перловка. Раз. Ну, короче, две большие ложки. Два. Как вы видите, он идет средней ужарки, то есть не сильно ужариваем. Так. Теперь сюда же у нас пойдет само послевкусие. То есть, ну, где-то вот так вот. Третья часть среднего лимона. Закидываем все в баночку. Так, закинули в баночку. И теперь все это заливаем 40-градусным самогоном. Итак, залили 40-градусным самогоном. Добавляем сюда же. Пойдет у нас гречишный мед. Растворяем его в банке в нашей для настоя. И оставляем на 3 недельки в темном месте настаиваться это все дело. Ну а через 3 недели мы с вами увидимся. Ну что, друзья, прошло наконец-таки пару недель. Отфильтровываем наш джин. Вот так его отфильтровываем, друзья. После того, как отфильтруем, даем ему постоять, отдохнуть в холодильнике. Хотя бы пару часиков. Ну а с вами был Свой. На этом все. Пока. До новых встреч.